На канал Изагет поступил вопрос. Говорят, невольник, не богомольник, стоит ли принуждать себя молиться? Ну, скажем так, что молитва, говорят, что это дыхание души. Когда человек не дышит или плохо дышит, стоит ли принуждать его дышать? Конечно, стоит. Иначе он дышать не будет, он просто умрет. Молитва – это единственный способ, приблизиться нам к Богу? Стоит ли нам приближаться к Богу? Вопрос, если так поставить. Не только стоит, а необходимо, иначе мы не сможем его и полюбить, и поблагодарить, и послужить ему. Поэтому как же без молитвы мы можем не приблизиться, не приближаться? Поэтому и надо заставлять себя приближаться к Богу. Если не хочется молиться, что же делать? Ну, во-первых, когда нам хочется молиться, это бывает очень редко. Это бывает тогда, когда Господь дает нам особое благодатное настроение, благодатную поддержку, благодатную силу. Вот тогда нам хочется молиться, и можно сказать, что Дух Святой сам молится в нас. Но это не наше, это дар Божий нам. А что наше? Наше – это когда мы жертвуем что-то Богу. А жертва бывает в том, что мы будем заставлять себя, что мы будем стараться, что будем желать научиться. Святые говорят так, что молитва дается молящемуся. Молитва дается молящемуся. Если мы не будем принуждать себя на молитву, тогда и дара молитвы никогда не получим. Если мы не будем принуждать себя на молитву, как мы уже говорили, душа наша будет неживой, и мы будем далеки от Бога. Поэтому надо тренироваться в молитве. Надо молиться, молиться даже если не хочется, даже если трудно. Главное начало положить. Бывает так, что устал, думается, все, сил нет никаких. Но он стоит начать, и смотришь, что усталости никакой нет. И Господь дает новые силы, и все получается. С Божьей помощью прочитаем все правила до конца. Но бывает объективная усталость, конечно. Тогда можно молитву сократить, но все же молитва бывает не только пространная, она бывает и краткая. Молитва бывает разных форм. Бывает она и молчаливая, когда ты молча стоишь перед Богом, в Его присутствии ходишь. Это тоже вариант молитвы. Бывает молитва церковная. Когда мы слышим богослужение, и к этому тоже нужно себя приучать и принуждать, хочется, не хочется, но надо понимать, что это возможность нам научиться духовно дышать и к Богу приблизиться. Поэтому молиться, будем учиться всю нашу жизнь, это самая главная наука, которую нужно освоить, это самый трудный язык, который нужно осваивать всю нашу жизнь это язык Божий, без этого спасение невозможно. И апостол Павел так и говорит, что будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Вот и будем бодриться, а не спать, будем благодарить Бога за все, а не принимать от Него все как должное. А все это можно сделать в нашей молитве. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись. Этим видео.